Открытое окно «Опасность для ребенка» напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. И обращают внимание родителей на то, что теплое время года – период повышенного внимания к безопасности детей. Ребенку нужно меньше минуты, чтобы открыть окно, забраться на подоконник и облокотиться на москитную сетку, которая не рассчитана на детский вес. Не оставляйте детей без присмотра. Присоединиться к акции «Бессмертный полк» может каждый, информирует в телеграм-канале Куйбышевского района. Участники могут выбрать свой формат – «Бессмертный полк» на автомобилях. Суть акции заключается в размещении на личных автотранспортных средствах, такси, грузовом и общественном транспорте, фотографий участников ВОВ и тружеников тыла, а также «Бессмертный полк» – фото героя на одежде. В День Победы предлагается портреты и имена героев прикрепить или нанести на одежду. В Самарской области будут организованы трансляции видеоряда с портретами ветеранов на медиафасадах, светодиодных экранах и телеканалах региона. В сезон активности клещей, находясь на природе, необходимо избегать влажных, затененных мест с густым подлеском и травостоем. Без надобности не забираться в молодые поросли осинника, в малиннике, где клещи встречаются чаще всего. Довольно много клещей сейчас на обочинах лесных троп и дорог. Выбирать для отдыха нужно открытые поляны, где ветрено и солнечно. Подробная памятка о том, что делать при укусе клеща, размещена на страницах телеграм-канала. К активному голосованию за обновление территории в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды приглашают жителей Красноглинского района. В голосовании участвуют три территории. Сквер УДК «Искра» в поселке Красная Глинка, сквер Южный в поселке Красная Глинка, сквер имени академика Кузнецова в поселке Управленческий. Проголосовать за любимую территорию можно на портале 63.городсреда.ру. Оно продлится до 31 мая.